Безразличие теплохладно страшны, не приводят к пристаням победы. Не подвигнут к битве рукопашной, не сготовят вкусного обеда. Ревность в деле, дрожь и пот по телу, разум ищет мудрых вариантов. Здесь не встретишь тучных и не белых, что успех достигнешь, нет гарантий. Где бы ни случилась катастрофа, община живых идет на приступ. Для таких житейских голгофы и подмостки хилому артисту. С Библии на зло идут тараном, иногда в подкоп, а то в обход. Им наградой принятые раны, побеждают, вновь идут в поход. Совесть и любовь воскресших душ слышат трудный зов Эммануила. Воду подведут туда, где сушь, благодать воды не искропила. Не уснут спокойно, ноют раны. Ищут потерпевших и забытых. Для воскресших мир есть поле брани из запросов, кончившихся дыбой. Равнодушным и беспечным свечки, погребальных дрог тележный скрип. Только Слово Божие излечит застарелый храмовый артрит. Дух Святой в крещении наполнит живостью, желанием трудиться. Не страшат тогда на море волны, ревность не считай самоубийством. Не посредники, а лично Иегова теплохладных извергать намерен. Нет огня в кадильнице церковной, царские врата еще не небо двери. 3 августа, июля 2014 года, 4 года.